День за днем участники проекта о красоте и здоровье учатся жить активно и здорово. Подключившись к процессу, пусть даже первые шаги не всегда даются легко, некоторые хотят закрепить успехи и продолжают работу над собой в команде. Без проекта тяжело худеть. Как бы в зал не хочется ходить, лень. Благодаря проекту я похудела на 9900 и уменьшилась очень много в сантиметрах. Такой образ жизни входит в привычку, становится не тяжело. У нас очень интересное общение, команда очень хорошая. Проект нацелен не только на снижение веса за счет активных тренировок, которые подбираются индивидуально, но и привитие здорового образа жизни за счет правильного питания. Девятая волна уже набрала более 50 участников. Если вы не успели подать заявку, еще есть шанс сделать первый шаг к своему идеальному телу. Это лето. Я думаю, позволит вам взглянуть на себя по-новому. Вы сможете измениться, изменить себя, свои привычки, обрести новое окружение, которое поможет вам изменить себя. В этой волне, в девятой, у нас призовой фонд за первое место 50 тысяч рублей. Я думаю, это будет очень хорошая прибавка для того, чтобы купить гардероб, который вам по душе, к новому телу. В течение 28 дней участники проекта будут работать над своим телом. Кто как старался, покажут результаты финального фотографирования 27 августа. Все подробности о том, как стать участником, в официальной группе проекта «Худей и богатей» ВКонтакте. Марина Медвинская, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».